И всем привет, меня зовут Рицу, и мы продолжаем играть в Юписайко. Поправляемся обратно в Улей. Теперь нам надо уже идти в отдел кадров. Зачем надо было в отдел кадров за какой-то там сотрудницей, и что-то надо было с ней сделать? А напомни-ка мне, пожалуйста, ты опять забыл, что мне надо сделать, да? Девушка-маркетолог убежала и попала в отдел кадров, дверь за углом. Ты должен вернуть ее назад. А, точно. Все, теперь я вспомнил. Одно не хватает, и она, видимо, убежала. Как раз таки в отдел кадров. И судя по всему, по этой вентиляции, скорее всего, я оттуда и вернусь обратно. Я на 80% уверен. Все-таки все вот эти вентиляции не просто так и стоят, а вот потому что я не могу еще двинуть шкафчики эти. Как раз таки... окей. Забудь, что я сказал. Наверху вентиляции, может, я смогу до нее дотянуться, если заберусь на пустой шкаф. А, на пустой шкаф. А почему тебе... Чем тебе не устраивает заполненный шкаф? А, стоп. Тебе даже коробка не нужна. Посмотрю, не убьюсь ли я. Тебе даже коробка не нужна. Что ты делаешь? Какой самостоятельный. А до этого не мог взять какой-нибудь стул, там какой-нибудь стол подвинуть, чтобы залезть на до вентиляции? Нет, конечно. Нужна именно коробка. Но в этот раз... Коробки не нужны, зачем они нам, если можно просто забраться по пустым полкам? Йогу? В этом весь ты, Брайан. Фитнес важен при сидячих работах в офисе. Да, я пошел. Я не буду отвлекать вас, я пошел. Ага. А у меня есть... Что у меня? У меня есть отвертка. У меня есть отвертка. И теперь мы ползем в отдел кадров. И тут у нас тупик, не тут... Да, тупик, но есть кое-что... Кое-что полезное. Здесь вырезка из общественного журнала. Были недавно похороны наследницы богатства Синтра прикрытием. Неофициальные источники верят, что это так как они все еще не смогли получить доступ к отчету вскрытия. Недавние похороны наследницы богатства Синтра. Потихонечку собираем пазлы. Для общей картины в будущем. Все-таки интересно. Кто такая Синтра вообще? Откуда она взялась? Что за ведьма и бла-бла-бла-бла-бла, прочее-прочее. Так, это ты? Вас тут много? Эй, ты, подожди. Это точно она. У меня чернил. А у меня есть чернила? Как раз таки, скорее всего, у меня их и нет. Да-да-да-да-да. У меня есть что это такое? Это кассета, правильно. Кому ей надо было отдать? Кому-то надо было отдать ее, наверное. Ладно, вернемся потом еще. Я думаю... В главное здание, там поищем кого-нибудь. У меня, смотрите-ка, чернил-то и нет, получается. Вот так вот. Лапша быстрого приготовления. Я вообще не отказался, конечно, от лапши. Кто там смеется, а? Что там смешного? Кто сюда вошел? Подойди ближе, ближе. Подожди-ка. Тихо, не плюйся, не плюйся, не плюйся. Не плюйся. Так, у тебя все нормально, мужик? Мне сказали, что ты должен открыть рот, когда они плюют на тебя, это правда? Не слушай никого. В итоге, окей, я, получается, все открыл. Но я же не сохранился, правильно? Потому что... Точно. Почему не так сделали? Зачем не так сделали? Чтобы мне пришлось туда-сюда ходить, каждый раз подниматься по этой полке... Они думали, что у меня есть чернила, и я буду их просто тратить на вот эту... На этот ксерокс, когда у меня вот там буквально, в другой комнате есть. Аппарат для всего этого, для сохранений. Оп. Не плюйся. Водички соберем. Водичка это полезно. Водичка это полезно. Я, пожалуй, тоже сделаю глоток. Хватит харкаться. Какой некультурный, а? Ау! Я хотел с мужиком поговорить. Он не хочет со мной говорить. Все понятно. Ладно, хотя бы не так много здоровья у меня отнялось. Спасибо. Так, смотри, он... Ага. Ты меня не достанешь здесь, дружище. Подожди. Что я наделал? Ну как? Что я могу сделать? Не плюси. Что я мог сделать?
Придется мне... Хотя, конечно, я не знаю, надо... Наверное, не стоит тратить водичку так много. Ура, картридж у нас есть. Ну, сохраняться я пока не... Так, не ползи, подожди, подожди. Пока не ползи никуда. Что смешного? А что там происходит, а? Голый мужик. А это, видимо, мы там обойдем сначала вот слева, потом вернемся сюда обратно, когда мы подвинем шкаф и вылезем отсюда. Все верно. Но вопрос, будет ли шкафчик этот на месте? Или кто-то поспособствует его исчезновению? Давайте поприветствуем его, девочки. Меня? Может? Ломтик сыра. Блин, как много еды. Ладно, бежим, бежим. Блин, меня так, смотрите, скоро добьют меня. Я не знаю, если... может... Привет, тебя что-то беспокоит? Ты знаешь что-нибудь о резюме? Например, не совсем. Тогда ты мне не сможешь помочь. Возвращайся, когда что-нибудь узнаешь. А я не хочу к тебе возвращаться. Стена полна резюме. Я, пожалуй... Что это? Где? Это босс? Это что, босс? Почему все голые? Добро пожаловать, охотник. Подойди ближе, я ждала тебя. Хочешь, я тебя поцелую? При других обстоятельствах, конечно же, я бы подумал, но не в этот раз. У меня дела, у меня работа как бы не ждет. Что случилось? Тебя раньше не целовали? Я сделаю тебя мужчиной, разве не за этим ты пришел? А, вообще-то нет, вообще-то я по работе пришел сюда. С этой штукой что-то не так. Она вызывает у меня очень плохое предчувствие, лучше я не буду подходить близко. Мне надо найти девушку-маркетолога и свалить отсюда. Так, а ты... Я вижу. Ты даже не хочешь поговорить со мной? Ты застенчив или боишься меня? Неужели теперь компания нанимает трусов на должность охотников? Не твое... куда ты пошел? Че ты, куда ты... Это ловушка была. Ты ведьма? Уху-ху-ху, я просто друг, который хочет тебе помочь. Помочь в чем? У меня есть подсказка. Подсказка о ней. Ты не веришь? Смотри. Нет, это очень важная подсказка о личности ведьмы. Подойди ближе, если хочешь взять ее. Я не могу разглядеть отсюда, что это, но выглядит как фотография. Нет, я не пойду туда. Я не пойду. Привет. Нет, Рот не хочет пробовать меня. Так, что он спросил? Рот не любит нас всех. Кого-то она смакует некоторое время, а потом он выплевывает. Она даже не плюет на меня. Но я не сдаюсь. Говорят, что есть способ перехитрить ее. Есть объект, магический символ, перед которым она не может устоять. Символ? Говорят, что это фигурка из магии Вуду. Если ты его найдешь, то она тебя заметит. Она тебя захочет, она тебя затянет себе. Но если у тебя ее нет, она тебя не увидит, она тебя не полюбит. А, кстати, у меня же есть такое, да? И все это меня огорчает, потому что она не любит меня. У меня есть такое. Вот она. Это ведь считается за то, что ей нужно... Эй, ты куда? Что ты сделал? Вы уволен. Ну что ты сделал, дружок? Ну... Бла-бла-бла-бла-бла. Ну, конечно, вот... Понятно, это йогу делаю, да, отстань от меня. Ну ладно. Хотя бы у меня со здоровьем все полное, поэтому бла-бла-бла-бла-бла. Ползи, быстрее. Ну конечно же. Меня прям буквально засосало в ее рот. Хотя я туда даже не подходил прям близко. Да. Смотрите, Вилли, она просто исчезла. Это все, не болтайся, не хочу, чтобы ты разговаривал со мной. Не разговаривай со мной, рот. Я тоже могу плеваться. Если я плюну тебя, тебе не понравится это.
О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, тихо, а ну. Ну давай, плюй, иди сюда, иди сюда. Как? Как это было? Как? Да как ты это делаешь? Я не верю. Ну, ладно, иди к черту. Просто на месте встало, как я не знаю кто. Ням-ням, сыр. Отстой, мое здоровье просто исчез, парилось куда-то. Теперь опять с этим ртом болтать. Ну что такое, а? Ну, за что мне это все? Клик-к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 лик. Да-да-да-да-да, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я не хочу подходить близко, не подходи обратно, я уже все это видел, бла-бла-бла-бла. Ну почему? 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 Да-да-да, мне нужна эта подсказка. Рот, рот! Отстань от меня. А, стоп, подожди, может мне надо наоборот выкинуть ее или что? Подождите. Кстати, я об этом не подумал, да. Я подумал, что можем... Так, что говоришь? Если бы это вуду, перед которым рот не может устоять, вот у меня его. А, так, на, возьми. Ты не хочешь его? На, возьми. Может, это есть тот символ, который так привлекает рот. Ты показываешь ей кусочек бумаги. Это грязный кусок бумаги, мне не нужен твой мусор. Если это работает, найди кого-то другого, кого-то кроме меня. Так, ну тебе, может, надо? Хочешь? Посмотри, я уверен, что это привлечет внимание рта к тебе. Я не понимаю ничего в этих вещах. Повесь это на ту козу и проверь, сработает ли. Слоган. У меня есть идеальный слоган, посмотри на него. Оближи меня и позволь мне... Что? А, explode. Взорваться в твоем роту. Мне показалось, explore. Исследовать твой рот. Он идеальный, ты так не считаешь? А он, возможно, я не... В смысле, он немного прямолинейный, не так ли? Чтобы ты понимал в этом. Ты даже не знал, что в резюме должны быть слоганы деревенщины. Должны быть. Ну, ищем кого-нибудь другого, кому понравится наша кукла. Две батарейки. Сколько у меня уже этих батареек? Батончик. Очень интересное резюме. Дополнительная ответственность, да? Та же зарплата. Не очень убедительно, но я запомню формулировку. Больше никакого маркетинга, а... Дополнительная ответственность, та же зарплата... Лизни... Да. Ау, 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 тихо. Хватит меня кусать. Подвинь шкафчик, прошу тебя. Стой, успокойся, успокойся. Не рычи. Не рычи. Долго мне ждать? Все, тихо. Я не верю, что делаю это. Фу. Лизни меня и дай мне взорваться в твоем рту. Да как ты, что ты делаешь? Ты еще издеваешься надо мной? $25. Что тебе тогда от меня надо, я не понимаю. Да, как ты стоишь мне на проходе? Ну ты что, издеваешься? Как я должен тебя пройти? Уфу, все, спокойно, спокойно, спокойно. Все, тихо, успокойся. Лежать. Сидеть. На. Прости меня за то, что я делаю, но делаю это с тобой. Надеюсь, ты не понравишься той штуки в стене. И что? И что? И что теперь? И что теперь? Ты нервничаешь из-за твоего слогана в резюме. Да, откуда ты его знаешь? Ты знаешь. Я не уверен в своем слогане. Смотри, смотри. Больше никаких слоганов, будь собой. Ты думаешь, что это понравится? Звучит просто прямолинейно и необычно. Меня он убедил. Я уверен, что рту понравится. Да, но что если ей не понравится? Я не хочу выглядеть как идиот перед своими коллегами. А может, надо было на тебя повесить его? Я не знаю, что мне надо делать. Откуда я могу узнать?
Больше никаких слоганов, просто будь собой. Ура, поехали. Давай, иди сюда. Иди сюда. Подожди, я сейчас, если я сейчас умру, я буду очень зол. Окей. Она прям засасывает, окей, я понял почему. Так, оп, сюда. До свидания. А, все что ли? Ты думаешь, что ты умен, не так ли? Я умен, да. Ого, это Синтра, а слева кто? Кто слева? Слева непонятно кто, но... Может это и есть Рот? Не знаю. Хотя нет, стоп, подождите. Вряд ли это Рот. Как может быть Рот быть ведьмой? Она сказала, что она не ведьма. Если верить ей, конечно. С белыми волосами. Встречали ли кого-нибудь с белыми волосами здесь? По-моему, какого-то прям выделяющегося персонажа с белыми волосами точно не было. Лучше это сделать Синтре, но перед этим мне надо найти девушку Маркито. Так, вон она, у меня, у нас она. Уходи, если хочешь, охотник. Возвращайся к той глупой девчонке и относи ей свой трофей. Я верю тебе, мы очень скоро встретимся. Я поцелую тебя, когда ты будешь ожидать этого меньше всего. Ахахаха. А, девочка, пожалуйста, выпроводите его отсюда. Да-да-да. Да, я понял, я пошел отсюда. Если там стоит это чудило, я буду очень расстроен. А, она обошла, видимо. Ну, арвидарч. Они все отсюда ушли? Ну, до свидания. Ха-ха-ха-ха. Как же это было легко. Искусственный интеллект просто не сравнится с моим. Фух, наконец-то выбрался. Я надеюсь, что эти штуки не смогут сюда пробраться. Ну, как бы, это, если смогут, это не наша забота, правильно? Ну, вот и последнее. Ах, спасибо огромное, Брайан. Пожалуйста, коллега, не хочешь ли ты вернуться к остальным? Конечно, хочет. Просто будь собой. Без всяких слоганов. О, Брайан, должна была... Я буду должна тебе. Без тебя я не смогла бы со всем справиться. Без проблем, не волнуйся. Ты научила меня правильно прятаться. Ха-ха, глупенький, это пустяки. А... Мне это, по сути, не пригодилось вообще никак. Прятки этим. Ты помог мне с моим заданием. Ему будет честно, если я помогу тебе с твоим. Что ты делал на этаже? Ты говорил, что о коне, не так ли? А, да ну, это чепуха. Домашняя работа с мотивационного разговора. Ничего особенного. Расскажи мне, пожалуйста, я хочу тебе помочь. Ну, меня просили прийти на этот этаж и завести друга. Я думал, может... О-оу. О-оу. О-о-оу. Найдите этого охотника, не дайте ему уйти отсюда с фотографией. Аривидарчи. О, дед. Быстро прячемся. А остальные ребята? Мне сказали, что они всегда уходят из офиса в конце месяца, но еще слишком рано. Я не понимаю. Как же они нас найдут? Они не смогут нас найти. Почему они... А, ну они, видимо, только меня ищут и нашу сообщницу. Мы преступники. В принципе, логично. Похоже, они все ушли. Да? Ну, я думаю, что мне лучше вернуться в свой офис. Мне надо кое-что отдать важной коллеге. Хорошо, у меня здесь еще много работы, но позже я куплю тебе чашку кофе. Благодарен за всю твою помощь. Спасибо большое. Я сохранюсь, конечно же. И пойду отсюда, да? Я пойду отсюда. А, что? О, тихо. Я пойду отсюда. Быстрее в лифт. Быстрее в лифт. До свидания. Я хочу в столовую съездить. На первом, да, на первом этаже столовая. Ты кто, мужик? Здрасте. Мистер Маршал. Почему-то буква Ш, видимо. Ого. Извините, мне кажется, вы что-то бронили. Ведите себя как обычно, мистер Пастернак. Что? Чашечка кофе и приятный разговор с коллегой всегда помогает восстановить силы. Согласны? Да, конечно. Вам нравится кофе в Синтракорп? Если, по-моему, я еще ни разу не пил кофе здесь, поэтому... А, ну да, неплохой, но слегка дороговато. Проклятые капиталисты! Вы абсолютно правы, мы неустанно над этим трудимся, уж будьте уверены. Что это такое? Получается, что она тратится вот этот один стаканчик, правильно? Да, логично. Поэтому зачем я тогда вообще пью? Я уже парочку стаканчиков просто... А, у меня больше нет ничего. Можно выпить
Кофейку. А, не, пил кофе. Вру. Пил кофе. Надеюсь, я нормально восстановил здоровье себе. Шоколадный батончик, все, спасибо. Я, пожалуй, его сразу употреблю. 150... Откуда такие вообще ценники? Кто их придумал? Это вообще бред какой-то. 150 кредитов, не бывает такого. А, ну, видимо... Так, не третий этаж, подожди, не третий. Пятый. А, кстати, был какой-то... А, это как раз таки, наверное, улей был, да? Куда мы не могли пройти без фонаря. Ну, подождите. Давайте немного исследуем эту самую. Представьте, человеком со вкусом и богатством. Да. Выставка в честь крови дьявола, бла-бла-бла-бла, окей. Тут... А я, стоп, подожди. Нет, там ничего нет. На 10 этаже был этот... была крыша. Подожди, там ничего нет. Ага. Тут сад. Было ли тут что-нибудь интересное? Опа. Перекур у вас? Нет-нет, я знаю, что это не из-за игры с огнем или из-за монитора, потому что гоблин видел ведьму много раз и ослеп. Окей. Оп. О-оу, нет, я туда не пойду. Я туда, в принципе, не пойду. Я понял, что меня здесь не рады, поэтому я вернусь во свояси. А точнее, будет сказать, на этаж пониже. А, тут библиотека. Тут я уже был. Тут нечего искать. А на стоп, не на восьмой. На шестой этаж я не могу. На четвертый этаж. А по-моему, кстати, уже почти везде был у нас сам. А, это улей, правильно. Тогда на третий этаж. А тут у нас что такое? А, третий тут же механик, да, это же ты? А, нет, Доши. А, да. Мне показалось, что это какая-то девушка стоит, а это просто, это он, да. О, да, конечно, поставь ты сюда. Что? О, привет, здорово, что случилось, чувак? Я решил узнать, чем ты здесь занимаешься. Ты гуляешь по компании, так ли? Да, как ты угадал. Что ж, добро пожаловать в мой в рай электронного мусора, дружище. Здесь еще не все понемногу. Компьютеры, принтеры, телефоны. Блин, похоже, самый адекватный человек здесь находится, который находится в этом здании. Помимо... мистера Маршалла, хотя мы только раз его увидели. Ну, как этого тоже, Доши. Мне также нравится собирать комплектующие для модифицирования техники или для своих экспериментов, но это секрет. Ты работаешь один, никто тебе не помогает? Да, правда, раньше было больше людей, но с того момента несчастные случаи на работе были в порядке вещей. Ты понимаешь, о чем я? Да, понимаю. Кстати, у меня не так здесь много работы. Люди здесь не могут различить включенный компьютер от выключенного. Проблемы накапливались годами, никто ничего не говорил, поэтому я сам по себе. В компании Хаус. Я не знаю, как она еще все еще работает. У меня есть теория, которая сведет тебя с ума. Хочешь, расскажу? Конечно. Сначала выкинь всю чушь старую о ведьме из головы. Мы слишком стары для того, чтобы верить в сказки. Да? Брайан слишком стар уже для этого. Смотри, все просто. Компания машина. По ее части, благодаря которым она работает, сотрудники и так далее. Понимаешь? Более-менее. Например, представь, что компания — это принтер, который стоит у тебя дома. Однажды он захватывает два листа бумаги, и другой день он печатает что-то не то. В третий день зажевывает бумагу, путает файлы, которые ты отправил на печать. Понимаешь, типичная проблема принтеров. Вот, кстати, у меня был довольно длительный опыт с принтерами, буквально недавно, как раз таки, во время моего отсутствия. Отсутствие на Ютубе. Ну, конечно, я здесь был технически, но фактически меня здесь не было, поэтому... Но тем не менее, неважно, где я был. Был у меня опыт с принтерами. Но как раз таки все вот эти проблемы у меня были. Он постоянно у меня захватывал. Ну, не постоянно, конечно, бывало уже под конец, наверное. Ближе к концу моего пребывания в одном месте. То по несколько листов он захватывал, то печатал какие-то символы непонятные, какие-то зависало все непонятно, зажевывал бумагу тоже, но вот. Путал файлы, которые отправлял на печать. Такого пока не было. Это прям какая-то уже жесткая техническая какая-то неполадка. До такого у меня не доходило, к сожалению. Но вот, когда файлы зажевывал или там неправильно печатал, или много листов захватывал, это просто кошмар. Это просто кошмар. То постоянно пользовался принтером, у кого-то такие проблемы случались, они понимают меня. Насколько это все раздражает, просто невероятно.
еще одна история жизни, которую никто не просил. Ты знаешь, эта чертова штука взбесилась, она сломана или еще чего, и ты зовешь своего друга на Дошу, чтобы он посмотрел за ней и починил ее для тебя, круто. Но, чувак, что если у тебя у этой штуки нет хозяина? Что если существует только принтер, то узнает, что он сломан? Все детали работают, захватывают бумагу, печатают, может глючит иногда, но работают. Итак, к чему ты ведешь? И вот что происходит с компанией. Она сломана, она испорчена, но в то же время она все еще работает. Понимаешь, да что я говорю? Ну, так может быть с чем угодно, не только с принтерами, как бы. Можно сравнить с чем угодно. С любой техникой, как минимум. Что ж, пока ты возвращаешься из астрала, перейдем к делу, друг. Кроме того, что я философ и романтик, там, ремонтник, я еще продаю кое-что, хочешь взглянуть? Конечно. Я заметил, какой ты философ. Я продаю эти алкалиновые батарейки высшего качества всего за 100 капусты за штуку, почти даром. Чернила, ага. 150 за штуку. А это что такое? Искусство и технология слились воедино в 5 пластиковых трубок, которые могут светить часами. Ты можешь нести их в руке или положить на пол, но и позже опять подобрать. Очень удобно, когда закончатся батарейки. Они стоят 50 капсул за штуку. Но так как ты новичок, я дам тебе 3 штуки, чтобы ты их испытал. Ты их полюбишь. Ура, спасибо. Можно будет попробовать. Хотя у нас так много батареек, что на самом деле не знаю, пригодится ли мне все это. Но как бы подарок это подарок. О, спасибо. Они очень пригодятся, чтобы я мог ходить по этажам. В том здании так мало света, в этом здании. Ты много ходишь по зданию? Да, приходится туда ходить туда и обратно. Но ты просто ходишь, или там. Или ты рыскаешь по ящикам и столам. Ну, всего помаленьку. Отлично. Тогда, возможно, ты сможешь мне помочь. Скажем так, я работаю и с другими вещами, помимо того, что ты видишь здесь. Я схожу с ума по одной ценности, которую я хочу починить, и я ищу ее части по всему зданию. Если ты найдешь одну из них, я могу тебя щедро вознаградить. Может, они у меня уже есть, на что они похожи? Электронные компоненты с матово-красным покрытием. Если ты принесешь мне такую штуку, я могу дать замену очень хорошей вещи. Продать материал? Дот-матрица. Окей. О, я могу говорить о них месяцами. Вкратце, это матричные принтеры. Да, но... Посмотрим, если ты представишь пистолет к моему виску. Ты знаешь что-нибудь об истории Синтракорп? Честно, не совсем. Люди подзабыли это, но компания была лидером в области технологий в 70-х, до того, как она начала обслуживаться и работать с данными. В те дни, что этаж был заполнен научными исследованиями и разработками. Мультифункциональными компьютерами, ксероксами, принтерами, роботами и даже сканерами... 70-х? Серьезно? Что-то я в это... Мало верю. Хотя, как бы, в сюжете этой игры, в контексте этой игры, может быть... Народ экспериментировал с разными вещами, но хотя они зарегистрировали кучу прототипов, дальше дело не пошло. Итак, я считаю, что Дот-матрица — провалившийся эксперимент Синтракорп. Ходят слухи, что их происхождение связано с тем, что рука одного из ученых, работавших над ним, попала между иглами, результат очевиден. Можно как-то избежать столкновения с ними. Они почти слепы, но они чувствуют вибрации голоса и земли. Не убегай от них, до тех пор, пока у тебя не останется выбора. И еще эти твари любят чернила, не забудь взять с собой немного чернил. Карты с чернилами, но... Используй их, если дот-матрицы поймают тебя. Тогда они отпустят тебя и ненадолго оставят в покое. Кто такие дот-матрицы? Подождите. У этих чудищ есть имена тогда? Кто такие дот-матрицы? И почему еще наш герой о них спросил? Видимо, я уже их видел? Картридж продавать они... А можно продать ему свои же палочки, прикиньте? Можно свои же палочки продать ему. А ну... Серьезно? Можно продать одну батарейку, а даже две батарейки. Да. Пока что мне не особо они нужны. А тут что у тебя? Эй, чувак, ловил бы позитивы, но не подходи к той двери. Как скажешь. Я думаю, когда-нибудь мы туда попадем. А, и мы у него еще украли батарейку, которую мы ему и продадим. Да, дружище. А, нет, я не хочу ничего покупать. Нет, нет, нет. Чего ты говоришь? А, я понял. Просто подойти к предметам. Ха-ха-ха, получи свою же батарейку, нуб. Получи свою же батарейку, которую ты мне потом еще продашь, возможно. Хотя я не собираюсь. А бумага еще у тебя есть здесь? Ломтик сыра.
Как же я его ограбил? Как же его ограбил? Ну, он даже об этом не подозревает. А тут что? Ничего, ну ладно. Я еще пороюсь. А, не пороюсь. Не пороюсь. Оп! Хлеб у нас есть. А могу сделать себе бутерброд? А... Давайте ломтик сыра, чтобы сделать сэндвич. А где его... Как его добавить? Как его добавить? Как я его добавлю? Как я его добавлю? Никак. Пусто. Газировочка. Кайф. Как же, я думаю, что я объявляю этот поход успешным. Мы просто ограбили мужика. Только тут что-то не... Ого. Около 1000 камер следят за твоей безопасностью. Улыбнись. Как скажете. Там закрыто, в принципе, толку нет смотреть. Поэтому все, наверное, можно убираться отсюда. Но можно сходить на второй этаж. Точно, на второй этаж еще. Конечно же, чтобы не... Можно еще, кстати, на нулевой сходить. Почему бы и нет? Мистер Чапман, пожалуйста, помогите, пожалуйста, вы все спятили. Так, теперь точно, точно. Я думал, что это улей был, кстати, но это нифига не улей. Это было здесь. Чапман, надеюсь, ты мне что-нибудь дашь взамен. Так, что это такое? Поучаствовать в тесте на... Не-не-не, подождите, какой тест? Рановато. Копаешься в мусоре, так вот, что тебе нравится, не так ли? Ну-ка, помолчи, что тебе надо? Ты просила помощи? Что? Я? Ой, да брось, парень. Почему тебе не просто не пойти, не порыться в мусоре? Я пытаюсь сконцентрироваться на своей работе. Работе? На чем ты тут занимаешься? Не твое дело. Ты без остановки двигаешься, но я не понимаю, зачем. Конечно, не понимаешь, своим недоразвитым мозгом. В любом случае, какая тебе разница? Должно быть, произошла какая-то ошибка, мне здесь не место. Нет, по-моему, тебе самое место среди серой массы. Это да и ничего не примечательный Чапман. Наслаждайся своей новой работой. Очень скоро попаду на верхний этаж здания и буду выше остальных. Ты знаешь, из какой я семьи? Из семьи Чапманов, нет? Как они посмели смешать мою грязь, мою фамилию с грязью? Ну, это, в принципе, одно и то же. Будь оно проклято, если бы меня видел отец. Если не хочешь здесь работать, почему ты не перейдешь на другой этаж? А, перейти на другой этаж? Какая необычная идея, но... Как мне это сделать? Рядом лифт. Разве я похож на идиота? Я знаю, что он здесь есть. Ты думаешь, что я его не вижу? Ой, конфликт. Они меня не отпустят, кретин. Меня бы не было на среде этой черни, если я не бегал бы здесь, как белка в колесе. Единственный путь отсюда — это та тупая игра. Какая игра? Какой-то нелепый тест. Если тебе удастся победить, то твой значок будет улучшен. Ты сможешь подняться на следующий этаж. И ты еще не пробовал пройти его? Я? Да, нет. Я пока не понял правила. Знаешь, как тут говорят? Бизнесмен не участвует в игре, не зная правил. Искусство войны. Цунь Цзы. У меня есть знакомый один, который фанат большой Сунь Цзы и его творчества. Так скажем. Что ж, удачи тебе с игрой, еще увидимся. Стой! У меня появилась великолепная идея. Ты можешь купить игру вместо меня, Пастернак. Видишь, я запомнил твое имя. Я запомнил твое имя или ты? Он запомнил мое имя. Давай, чувак, не ломайся. Я уверен, что в пригороде, откуда ты пришел, тебе привычно играть такие игры для бедняков. Что скажешь, поможешь мне, если дашь мне 1000 кредитов? Ты начинаешь думать как бизнесмен. Я обычно не имею дел с котом, но похоже, что каждому когда-нибудь приходится закатать рукава, не так ли? Идет. Ого, ну я заплачу, когда ты выиграешь. Что мне надо сделать? Нажми на кнопку рядом с дверью, когда они спросят, кто тот, и назови мое имя. Так ты попадешь в игровую комнату. Вот, возьми мою ID-карту на случай, если будут неприятности. Вау! 1000 кредитов, серьезно? Подожди-ка. Ау. Оно того стоило. Так, у вас сидите мы здесь... Так, подвиньтесь. Кыш-кыш-кыш. Подвиньтесь, дайте пройти. Дайте пройти в мусорку. Которой ничего нет. Батарейка, так. Так. Очень заманчивое предложение поступило от мистера Чапмана, но... Этим займемся мы уже в следующей серии. Потому что сейчас нас уже слишком много загрузили информации. И ему кассету отдадим. Надеюсь, она ему пригодится уже в следующий раз. А пока что мы просто возьмем и... Надеюсь, без казусов, да, все на месте. Все спортсмены на месте, а мы
мы с вами попрощаемся на этом. Спасибо большое всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось это видео. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, наш сервер в Дискорде. И до скорых всем встреч и пока.